Эту кроху обнаружили на улице в городе Перт, Австралия, и принесли в приют. Кошечке, получившей кличку Пегги, было всего около 2 недель, а весила она 172 грамма, катастрофически мало. У Пегги была повреждена и сильно инфицирована задняя лапка, которую пришлось ампутировать, так как кошечка была на волоске. Операция была сложной и опасной в таком возрасте, но выхода не было. Операция прошла успешно, но сотрудники волновались, как же перенесет ее Пегги. Но эта малышка быстро восстановилась после операции и даже и не думала сдаваться. У нее была сильная воля к жизни и прекрасный аппетит. После операции кошечку взяла на передержку волонтер по имени Кейт. Девушка помогла Пегги восстановиться и делала все для ее комфорта. Сама кроха была благодарна опекунше за спасение. Когда кроха восстановилась, Кейт решила познакомить ее со своей домашним псом по кличке Луна. Только обнюхав котенка, песик понял, что Пегги нуждается в тепле. Луна сразу начал ухаживать за кошечкой, облизывать ее и всячески оберегать. Он чувствовал, что рядом с ним хрупкое и маленькое создание, и хотел его защитить. По рассказам хозяйки, Луна уже не впервые заботится о котятах, которых она берет на передержку. Он чувствует, кто нуждается в любви, и с радостью ее дарит. Луна и Пегги стали лучшими друзьями, они проводят много времени вместе, и души не чают друг в друге. Добрый песик заменил Пегги папу, а она отвечала ему двойной порцией любви. Когда Пегги подрастет, для нее начнут искать хозяев, а пока, она счастлива рядом со своим мохнатым защитником. А вы что думаете об этой истории, пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.